Еще одно массовое захоронение обнаружено на освобожденных от оккупации территориях. На этот раз захоронение найдено в селе Сары-Джалы Ахдамского района у обочины дороги Ахдам-Хиндарх. Во время осмотра территории, где были обнаружены человеческие скелеты, найдены также части грузового военного автомобиля. Предположительно, во время Первой Карабахской войны были убиты 4 человека, которые находились в этом автомобиле. Их тела бросили в яму и закопали.